комфортом, с комфортом жестко закончили эту игру в неравных составах. Жестко, да, но, по-моему, без удаления. Да, вот зато. А хороший прошел правый, кстати. Никита Седников решил заступиться за своего партнера Рузаля Галеева здесь. Вот там. И подключились остальные партнеры. Да, пошла игра в «Царя горы». Тут, конечно, надо понимать, что немцам-то этот матч, ну, с момента, как они его потеряли, нашим, им все равно. Главное, нашим не нахватать здесь дисквалификации перед решающими играми. Именно о том и речь. То есть победу в кулачном бою, похоже, мы одержали. Но не все одновременно поединки мы, конечно, видели. Вот, момент, с чего все и началось. Ну да, здесь спину атаковали. Вот, хорошая какая серия. Гавриков просто нокаутировал, наверное, немца. Ну, у Седникова очень хороший правый, как выяснилось. Еще в одной паре там больше борьбы, чем...